Всех приветствую. Друзья, хочу поделиться такой вот новостью. Появился недавно очень классный сервис, называется Best Follower. Что он делает? То есть это бот в Телеграме, и он подписывает людей на ваш канал, на ваш бизнес-канал, на ваш личный канал. То есть что вообще он делает? Он собирает вам базу подписчиков. Ну, вот так вот он выглядит. Здесь, естественно, есть свои условия, есть свои тарифы. Но вот за сутки, сейчас я вам покажу канал, канал вообще еще, будем говорить, не сформирован. Я его на быструю руку создала вчера вечером. И канал набрал уже, так, вот он этот канал. Вот посмотрите, уже 136 подписчиков на канале. На канале ничего нет, на канале опубликовано только лишь одно видео. И то вчера залила, так тоже быстро. Так, сейчас я вам покажу статистику. Так, где у нас статистика? Вот статистика канала. И посмотрите, какой идет рост, да? Ну вот тут прям все так подробно расписано, все. Вау. Вот такой вот классный сервис у нас появился. Ну, смотрите, как это все, как я думаю, все это сработает. Во-первых, наш бизнес, ваш бизнес-канал, да, на него подписываются тоже люди, которые имеют отношение к MLM. Это скорее всего, потому что вначале приходят, естественно, те самые осведомленные, да, о запуске этого сервиса. Но в дальнейшем сюда будет приходить и другая аудитория. Я, например, сегодня видела уже человека, который здесь пиарит свой товар, который он продает, привозит из Китая оптом. То есть все, что хотите, развивайте в этом сервисе. Но я как думаю, вот, допустим, если вы будете транслировать свою ссылку где-то или показывать, или говорить о чем-то в интернете и делать ссылку на канал. Ну, смотрите, приходит к вам первый подписчик. Ну, понятное дело, что ну, придут к вам 10 человек ваших там самых близких друзей. Все это хорошо, замечательно. Но 10 человек – это недостаточно, да? Но если вот канал набирает обороты вот такие вот, да, у некоторых людей, которые вообще, ну, как бы подготовились хорошо к запуску сервиса, у них по 1500 подписчиков за день. Да, я о нем узнала буквально за несколько, наверное, часов, может быть, за сутки до его запуска. Меня он заинтересовал, и я в него зашла. Я не скажу, что я его сразу-сразу оплатила. Нет, уже прошло прям несколько часов, пока я присмотрелась, пока я почитала, пока я там что-то сделала. Но, тем не менее, 136 подписчиков это за сутки. По-моему, очень классно. Оставлю ссылку. Так, это я сейчас на своем канале нахожусь. Сам сервис. Боже, я даже еще не знаю, как он выглядит. Вот он, этот бот. Здесь есть партнерская программа, что тоже неплохо. Ну, как бы, я считаю, конечно, что немного отвлекает вот эти партнерские программы, да, от своего бизнеса, от основного. Но, тем не менее, потому что сервис платный. И я не думаю, что уж на этот сервис придут люди конкретно для заработка, вряд ли. Просто для того, чтобы, ну, как-то там сэкономить свой бюджет. Поэтому ссылку дам в описании на сервис. Присоединяйтесь, классный сервис. Кстати, я тоже создала, у меня есть своя группа в другом телеграм-канале, да. В другом телеграме тоже скину ссылку на группу, где я рассказываю непосредственно о сервисе. Подробнее, как создать канал, как сделать группу, чем ее наполнить и все такое остальное. Ну, то есть для работы с сервисом. Так что приглашаю вас в этот сервис.